опомнись. Салфеточки, чистый пол. Когда-нибудь своя фирма. Сколько отложил? Это не твое дело. Однажды мечта сбудется. Однажды ты проснешься ночью и поймешь, что-то не срослось. Жизнь прошла, а ты уже не молод. Не сумел. И с самого начала не было шансов. Ты заталкиваешь мечту поглубже в память, латаешь пилюли, и остаток жизни дотягиваешь под гипнозом дневной телемути. Так что не говори мне про убийство. Сам-то даже не собрал первый взнос на Линкольн Таункар, и звонить той тёлке не будешь. Какого черта тогда гробишься за рулем? Больше всего мы боимся не своего несоответствия. Больше всего мы боимся своей непомерной силы. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным — не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Не только некоторые из нас, но все и каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех окружающих. Когда мы сами освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других.